Классическая Нива против Тревел. Легендарная кривая посадка в классической Ниве. А в Ниве Тревел руль уже стоит прямо перед водителем. Всего два центральных дефлектора, направленные на салон. Дополнительный дефлектор, обдувающий лобовое стекло. За 40 лет не смогли изобрести крепление для полки. А казалось бы, петля, крючок и нет проблем. 4 года назад Нива получила обновленный салон. Этот будет получен, но, честно говоря, не оба ужасны. Здесь два прикуривателя, а здесь всего один. Обычная задняя оптика. А тут уже диодная. Подлокотник отсутствует. А тут подлокотник присутствует. Имеется целых ноль подушек безопасности. В этой тоже ноль, так что надеемся только на ремни. Стремная рукоятка управления светом, отдельно стрекоза. А здесь понятные кнопки и диммер управления подсветкой. Багажник открывается только из салона и наверх. И тут бачок для задней омывайки. Человеческая ручка, багажник открывается в бок, и в двери находится омывайка. Сравним звуки закрытия дверей.